Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. И давайте посмотрим, какой день у нас с вами будет и какой прогноз будет именно сегодня, 8 декабря 2024 года. Какой аркан или карту Таро я достану? И с чем это будет связано? Итак, карта четверка мечей в перевернутом виде. Если было бы наоборот, то вы в тишине и в покое. А так в этот день необходимо действовать, да? То есть сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что придется принимать решение в вопросе, который хочется отложить. Старайтесь действовать, исходя из реальных ситуаций, смотря на нее объективно, без розовых очков. Дела могут быть реализованы, конечно, с задержкой, поэтому лучше заранее не настраиваться, что запланировано пройдет без сучка и задоринки, и заложить побольше времени на его притворение в жизни. Сегодня выделите время для себя. Если есть непростые вопросы, разберитесь с самим собой. Честно ответьте себе на вопрос: «А хочу ли я? А что я хочу? А как я чувствую эту ситуацию? Действительно ли я хочу? Или навязано это со стороны?» Слушайте отклик и действия в своей тишине. Внутри себя положить на грудь, да, и подумать, соприкоснуться от тела, представить. Это очень мощная практика, когда вы прикасаетесь к телу и думаете, а действительно ли я этого хочу? И что ответит тело? Если действительно я хочу, то, мои хорошие, надо действовать в этот день. Если бы карта была в прямом, да, положении, то это мысли наедине, это медитация, это тишина. Но так как она перевернута, моя хорошая, то надо действовать, не откладывать дела на потом. Или такого дня больше не будет. В этот день она стоит также осознать с помощью интуиции, как правильно делать. А что хочется, а как хочется, а почему хочется, а какие шаги и попытки я сделаю сегодня, чтобы приблизить свою мечту или осуществить желание. Надо прописать это и начать уже действовать, не откладывая дела на потом. А то вдруг не будет такой возможности или будет уже поздно. Так что, мои хорошие, действуйте. С вами была Наталья Гудкова, и это был прогноз на 8 декабря 2024 года. Всем пока-пока!